Шоу-балет «Тодес», пожалуй, представлять не стоит. Каждый знает, что это коллектив профессионалов. Танцуют все и танцуют все. От танго до балета, от хип-хопа до фокстрота. Алексей Радев, солист балета Аллы Духовой, провел свой мастер-класс в Петербурге в рамках чемпионата Dance Generation. Пришло время выяснить, с чего начинается утро артиста. Начинается оно по-разному, смотря какие дни, смотря какая загруженность. А так, в принципе, с бодрого кофе. У нас, конечно, более щадящий режим, чем у вас, естественно. В принципе, в 8-9 утра уже смело на ногах, уже бегаешь по работе, бегаешь по делам. Утро детям мастер-класс. Примерно так начался день артиста балета сегодня. Нужно разговаривать во время того, как вы танцуете. Только дома, а не в зале. Ясно? Чтобы таким образом по звукам своим голосовым, которые вы говорите, произносите, постоянно идет один ритмический рисунок. Говорить о танцах бессмысленно. Танец нужно видеть, танец нужно танцевать. Так что, как и просили, никаких разговоров. Только танцы, только хардкор. Танцуют все! Алексей Радев настолько заражает всех своей энергетикой и желанием танцевать, что танцуют даже те, кто, по идее, танцевать ты не должен был. Скажите, почему не танцуете? Я конфету ем. Берите пример со старшего поколения. В любой непонятной ситуации танцуйте. Арина Ростовская, Николай Карпов. Утро на Live 78.